Внешность и окрас персидской кошки. Специалисты условно делят породу на два типа – классический и современный. Современный тип часто называют американским – экстремальным. Принадлежащих к этому типу животных определить довольно легко, так как у них практически не видно спинки носа, а у представителей классического типа она хорошо заметна. Также отличительным признаком являются большие круглые глаза. Большинство заводчиков по всему миру отдают предпочтение американским стандартам, то есть современному типу. В России с 2010 года основано сообщество заводчиков, которое ведет работу по восстановлению и признанию персидской породы кошек классического типа. В этом же году была проведена российская выставка «Шоу персов классического типа», а в 2011 году работа российских заводчиков увенчалась успехом. Фенологическая ассоциация приняла персидских кошек классического типа как отдельную породу. Персидская порода кошек имеет самую широкую гамму окрасов. Персы имеют круглую пропорциональную голову с толстенькими щеками. При выборе котенка обязательно следует обратить внимание на лобик, проверить его на наличие шишек, впадин и борозд, так как в период взросления такие дефекты могут привести к неправильному формированию головы. Маленький и широкий нос, подбородок должен быть хорошо развит, широко расставленные большие глаза, маленькие ушки с небольшим наклоном вперед, концы закруглены. Представители этой породы имеют приземистое тело с тяжелым и мощным костяком, хвост короткий и толстый, пропорциональный телу, лапки толстые и ровные. Шерстка у персов длинная, густая, мягкая и струящаяся, на шее выделяется пушистый воротник, окрас насчитывает около 90 разновидностей.